Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересной блесне от компании Lormax. Моделька называется Hoyt. Данная блесна поставляется в довольно-таки простой упаковочке. Производитель нам указывает на то, что на блесне установлен крючок от японской фирмы Saikyo. Очень хорошие крючки у данной фирмы. Характеристики данной блесны: 35 мм длина, вес составляет 4 грамма, расцветка в данном случае 0,9, обычный хром. Производитель также пишет, что блесна предназначена для ловли радужной форели, кумжи, головля, окуня, язя и жерига. То есть применима, например, в нашем регионе, это белый хищник. Блесенка выглядит у нас таким вот образом. Она нам напоминает пилькероподобные блесна. Изготовлена довольно-таки необычно, если смотреть сбоку, имеет изгиб ближе к головной, скажем так, части. В задней же части имеет довольно ощутимое, скажем так, утолщение. Внутренняя, точнее лицевая часть блесны также имеет ближе к хвостовой части такую сферическую выемку. Также указано название модели Hoyt, вес 4 грамма и изображен крючок. Заводные кольца, которые установлены на данной блесне, очень качественные, подходящего размера и достаточно плотные. Крючок, установленный посредством того же заводного кольца, имеет довольно-таки широкое ушко, что отлично сказывается на свободе крючка. А также у крючка загнутое вовнутрь жало, цевьё точнее, и имеется у крючка бородочка. Данная блесна очень отлично летит, точно и довольно-таки далеко. Игра у нее довольно-таки, скажем, специфическая, похожая на пилькероподобные блесна, конечно же. Отлично будет работать данная блесна на равномерной проводке. Также с опусканием блесны на дно, так называемая джиговая проводка. Ну, производитель написал, в принципе, какой вид хищника будет отлично ловиться. Ну, в нашем регионе это белый хищник, в основном жерех, голавль и окунь. Блесна стоит довольно гуманных денег. Изготовление у нее очень и очень отличное. Могу смело порекомендовать тем, кто любит ловить на приманке подобного типа. Данную блесну можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Всем спасибо за просмотр. До свидания.